здесь делают железо. Руководит Руперт Феррис, тамплиер, наша главная цель. Вторая цель — сэр Дэвид Брюстер. То, что у него есть, может стоить нам победы в войне. Ну что, вы справитесь? Не вопрос. Да, конечно, простите. Леди и джентльмены, Ковен Гарден представляет неудержимых близнецов Фрай. Джордж, правда, я изучила план лаборатории, все под контролем. Подумаешь, у меня и так. Нет проблем. Я передам привет Феррису. Потом поговорим, это наш поезд. Джейкоб! Иви! Пусть Кредо укажет вам путь. Бедняга, трясется от страха. Годы его не щадят. Иви Фрай, тебе не стыдно? Беру пример с тебя, Джейкоб. Удачи. Не помри. Наружу, не внутрь. Коли не беда. Остановлю машины. Дверь откроют, и я попаду к Феррису. Да, я на высоте. Санитарный инспектор. А? У вас тут труп? Это ты труп! Беги к бабочке! Ты будешь умолять о пощаде! Иди к черту! Мне это наскучило! Выше. Thank you.
Мистер Феррис, сэр. А, там одного рабочего с завода надо бы отнести на перевязку. Ладно. Но только за его счет. Да, сэр. Мы договоримся о цене, да, мистер Феррис? По плану. Ваш билет? Похоже, у нас неплановая остановка.
Пожалуй, в следующий раз пешком.